My name is Tom Klapdorp from Antwerp, Belgium. And I love Ukraine. I've been there many times, tens of times, in all the major cities, in Odessa, Kharkiv, Kiev. And my heart is breaking when I see this violence of a maniac who's a psychopathic killer who's killing all these innocent people. You have some kind of message in your stamp about the Russian sheep. What yeah, about the courage of the people on Snake Island. You know, they rather die than be slaves of a psychopathic killer, which is Putin. Меня зовут Светлана. Откуда у вас такой прекрасный одесский акцент? Когда-то давно меня родили в Одессе. Видимо, не по ошибке, потому что это пристало и осталось на всю жизнь. Светлана, зачем вы сюда пришли? Бо болит сердце. Мы пришли раньше, я раньше пришла, потому что не очень далеко живу, к зданию. И полиция потом вот эти вот физиономии видели нас и сообщили полиции. Полиция пришла и попросила нас перейти сюда. Потому что мы их сильно беспокоим, их тендитную нервную систему. А вот то, что они делают, то там их никого не беспокоит. Меня зовут Марк, фамилию я свою говорить не буду. Значит, почему я в военной форме? Потому что я служил с украинцами в Ираке, и я за украинских солдат. И мои ребята сейчас, с которыми я служил, они гибнут. Вот. И я считаю, что это неправильно вообще никак. Взять и атаковать мирное государство. Война – это ужасно. Я был на войне. Я знаю, что это такое, когда взрывы над головой. Я знаю, что такое, когда стреляют с автоматов. Я знаю, что такое, когда видят мертвые тела и убивают людей. Я считаю, что Россия должна немедленно пойти себе обратно домой и творить там свой Советский Союз, который он там хочет. Украина была в диване и помогала американцам. And listen, anybody who's American, remember that Russia was not fighting in the war with you in Iraq. I was in Divania with Ukrainian soldiers who supported you. I was in NATO with Ukrainian delegation who supported you. So please support Ukraine now. Звичайно, що ми НАТО захищаємо, тому що перша країна, яка буде стояти перед агресором, це буде Україна. Зараз стоїть перша перед агресором зі сторони Білорусі. Це Польща. Дуже великі вдячні. Дуже великі вдячність Анджею Дуда. Дуже великі вдячність всім громадянам Польщі, які допомагають нашим громадянам зараз.